Сегодня же временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев встретился с заместителем руководителя аппарата Государственного антинаркотического комитета, полковником полиции Борисом Жгучевым. Руководитель республики отметил актуальность темы борьбы с потреблением наркотических и психотропных веществ молодежью. Борис Жгучев дал высокую оценку работе госнаркоконтроля региона, подчеркнув, что Чувашия имеет хорошие показатели по сравнению с другими регионами ПФО. Чувашская республика выглядит на уровне и по уровню наркотизации, по качеству работы и исполнению полицейских функций органами правопорядка. Активно проводится профилактическая деятельность. Видимо, это, в свою очередь, повлияло на то, что республика имеет такие неплохие показатели. Михаил Игнатьев проинформировал, что действительно молодежь Чувашии регулярно занимается физической культурой и спортом, активно привлекается к общественно полезному труду, и эта работа будет продолжена.